З нашою сьогоднішньою героїнею, 57-літньою Любов'ю Окунською, ми розмовляли довго. Однак за весь час нашого спілкування жінка не змогла згадати хоча б якогось невеличкого проміжку часу, коли вона була щасливою, а от біди в її житті вистачає. Похоронила молодшого брата, його вбили ножом. Він на 9 мая, Ішов зі своєю жіною, і к ним пристав п'яний, він заступився за свою жену. Ну, тот, що приставав к ним, він вже сидів в тюрмі, він ударив його ножом, попав одразу в серце і одразу на смерть. То мама моя перенесла, звісно, дуже тяжело, вона сердечниця. Вона, коли люди сказали, що його вбили, то вона його тягнула через весь. Ну, считай, мы живем на поселке, через весь поселок в больницу, мертвого уже. И врач не мог от нее оторвать, говорил, что он уже мертвый, и она его не отпускала. Также погиб мой отец, родной тоже. Тоже шел пьяный, в драке начали его, и тоже его так само, его избили до смерти. Когда скорая его забрала, довезли, но он не вышел. Еще у меня был отчим, но он очень болел. Всем нам тоже трудно пришлось, потому что у него был рак желудка, и по-мужскому тоже рак, простата, и тоже он 4 года был прикован к кровати и ходил под себя, и все. И тоже приходилось денег много, потому что там, где сейчас они живут, и, идет война, и денег у них совсем нет, они-то мало дают. То уже какими-то средствами, чем могла, делилась. Конечно, брала кредиты, которые у меня сейчас есть, а платить их надо, нема чем. Спасали, но отчим недавно умер, 2 месяца назад. Від усього пережитого мама Любові захворіла. Кількома інфарктами та інсультами усе, на жаль, не обійшлося. Зараз вона живе сама на Луганщині, важко хворіє і боїться померти на самоті. Але щоб привезти її сюди, у Любові немає коштів. Мама моя теж дуже сильно боліє, перенесла інфаркти, інсульти. У неї сильні тромби на ногах, вона еле ходить. В тому году поламала позвоночник, лежала 3 роки прикована. Помощи у нее там такой никакой нету. Я чем могла, помогала, ездила. Но в данный момент, так как там туда тяжело проехать, бы она живет в Луганской области, то за ней смотрит соседка. Я чем могла, посылала деньги, когда мне были, через приватбанк. И там она в больнице где-то 3 года лежала, за ней там смотрели, посылала деньги, платили. Там соседка забрала домой, и сейчас она тоже находится в очень тяжелом состоянии, но я ее не могу забрать, потому что нет денег. У жінки 2 синів, молодшому 30, а він уже інвалід. Через важку форму діабету не може працювати, потребує лікування та якісного харчування. Старшому 35, зараз він безробітний, і усі 3 живуть на Любину зарплату прибиральниці. І ще одна біда, у мене син інвалід. У нього діабет вже 15 років. Він колиться 4 рази в день. Молодой парень не работает, потому что если он идет на работу, он бывает в обмороке падает, с него постоянно, ему жарко, с него течет пот. И тяжелые работы ему нельзя, а на такие легкие работы почти, где он не обращался, не берут на работу. Даже когда он устроился на работу, немножко работал, когда узнает начальство, то они его увольняют за то, что у него диабет. Так что нам приходится тяжело жить. В данный момент и старший сын тоже без работы уже 2 месяца. Так что все пока на моей зарплате. У меня зарплата маленькая. Я работаю прибиральницей в обленерго. На сына, который диабет, идет много средств. Потому что у меня диабет 30 лет уже. И у него диабет 15. Нам приходится покупать постоянно полосочки. Потому что сахар прыгает, на глюкомет полосочки, сахар прыгает, и нам надо мерить, потому что бывает, что он в обморок падает прямо дома.
если понижается или сильно высокий, до 30. Тоже надо его ложить в лекарни хотя бы 2-3 раза в год. Ну, я не имею средств положить. Мы с трудом один раз ложим, и то ненадолго, чтобы прокапаться. Собираем долго эти деньги. Далеко у меня есть еще брат, который тоже сильно больной. У него там 3 грыжи с ногами у него постоянно. Он раньше работал в шахте. Потом мы как бы уволился с шахты, вот тоже не может работать. Тоже находится в тяжелом состоянии. То есть нечем как бы похвалиться. Одни болезни, одни неприятности. И теперь у меня началось. Диабет был долго, я как бы в больницу не ложилась бы, не было средств. Я сначала принимала траву, принимала таблетки разные, на инсулин не шла, потому что сын уже 15 лет на инсулине. Знала, что инсулин будет сейчас в аптеках продаваться. Теперь за инсулин надо доплачивать. Также таблетки, полосочки очень дорогие. Нам с сыном надо на месяц хотя бы 3 пачки полосочек, и то это мы очень экономим. Когда уже нам очень плохо, полосочки стоят 1 пачка 500 гривен. Глюкометр тоже надо было купить. Мы купили когда-то дешевый, он ломается все время. Ну, пока мы еще меряем им. Но всегда боимся что-то лишнее или съесть, или если переволнуешься, уже сахар вверх идет. И боишься, потому что полосочек нет, переживаешь, чтобы... Ну, так мы живем, как бы говорится, бедно. У нас была трехкомнатная квартира, но в данный момент мы живем в однокомнатной, так как сын меньший, он находился в коме долго, а потом долго болел по больницам. Чоловік одразу ж пішов, сказавши на прощання: «Це твої проблеми». Та все деньги, нам пришлось просто поменять квартиру очень дешево. Люди нам доплатили, потому что надо было платить за медикаменты, за все, и пошли в нашу квартиру, а мы пошли в ихнюю. Так что сейчас мы живем в однокомнатной квартире. Тоже очень тяжело, на коммунальные нету тоже денег платить. Все в одной квартире, маленькая, ну хоть не на улице, но боимся, бо денег нет. Коммунальные растут, все, боимся, чтобы не оказаться на улице. Нема чем платить совсем. Питание мы себе не позволяем, ничего такого, чтобы лишнего. Стараемся все экономить, да, и у нас нема, чтобы чем экономить. Какая-нибудь каша, ну, диабетчикам надо есть, то мы не можем так, чтобы вообще не есть. А так, чтобы хоть бы на лечение хватило, потому что еще у сына... И с почками плохо, и печенка. У него печенка увеличенная сильно. Там что-то аж на 4 сантиметра постоянно. Ну вот омороки. Боюсь, чтобы он куда-то вышел. Может упасть. Але це не все. Нещодавно жінка почала сліпнути. Мне врачи обещали, что операция может подождать до лета. Но как всегда, нервы, неприятности... Разная беда, то у меня резко ухудшилось зрение, и левый глаз ослеп. Теперь я вот на левый глаз не вижу ничего, но врач обещает, что можно еще спасти, если я смогу хоть как-то, ну, деньги каким-то путем, не знаю, правда, каким, обращаться к волонтерам, еще куда-то к людям. 10-500 операций – это самый простой хрусталик. Вот я за 20 дней должна найти эти деньги, тогда этот глаз может видеть, потому ну, как бы эта ткань не сможет омертвлеть. А если уже пройдет время, то левый глаз не будет видеть. Хоть на правом тоже мне нужна операция, будет там и там глаукома и катаракта. Операция сложная, потому что надо, как ты врач объяснял, еще... Вместо того, что хрусталик ставить, то там еще как-то глаукому надо убирать, обрезать. И так как у меня еще близорукость, то тоже, ну, в общем,
это, что с левым глазом, надо уже делать через 2 недели. А следующую операцию она сказала, хотя бы, если глаз продержится, то через 1-2 месяца. Я же думаю, хоть бы левый глаз, а то очень страшно. Этим глазом не видишь, видишь одним глазом только. Темно, пленка на глазе, и не читать ничего не можешь, боишься сосредоточиться, бо сразу и второй глаз начинает болеть и темнеет все время. Да, я еще капаю очень дорогие капли для глаза, чтобы не мертвела вокруг хрусталика ткань, не мертвела, то я еще капаю дорогие капли бимикон и мордозию. Это надо мне в один глаз капать 2 раза, а потом в 2 глаза еще тоже 2 раза. Капли быстро кончаются, они только годные 24 дня. А стоят 500 гривен. Хотя бы этот, чтобы спасти, чтобы очень страшно быть слепой, потому что у меня бабушка ослепла. Мамина мама ослепла полностью. И я видела, как это страшно, когда ничего не видишь и куда хочешь можешь влезть. И идешь на ощупь. Ну, в общем, не дай бог быть слепым. Так что... Это все передается, или какая-то карма такая, что...